Надо будет уже это убирать. Его пропылесосить, чтобы не мыть потом. И спускать до конца, и все. И все. Переворачиваем. Так, быстро готовятся вообще. Уже смотрите, какие румяненькие. Ой, тут даже вот здесь побольше огня, здесь даже подгорает. Не выпадет? Сейчас переверну, опять выпадет. А вот сейчас может не надо будет дергаться. Нормально. Слушай, они такие, это, румяные, может, они готовы даже? Ребята вышли. Ребята вышли. Погулять вон с Арчиком посидеть. Дима бы с радостью скупнулся. Сидим, говорим, это. Про бассейн. Но вода холодная. Ух, вода ледяная даже. Вообще. Надо будет уже это убирать. Его пропылесосить, чтобы не мыть потом. И спускать до конца, и все. Я говорю, мне так охота здесь справить Новый год. Вообще, нарядить вот эту елку. О, здесь все почистить, да? И справить Новый год прямо вообще. Она вышла, только у нас, знаете что? У нас здесь проблема, вот что у нас нету. Ну, воды не будет. Ну, хотя это не страшно, можно на одноразовой посуде, да? Мы же уже об этом разговаривали, кстати, да, Итал? Да. Что можно на одноразовой посуде. В туалет у нас есть типа био-ведро. Но оно не такое, как бы, да, там, с торфом. А просто такое ведро, на которое можно сесть там. То есть, ну, в принципе, можно все это сделать. Съезжает тихонечко со временем. Вот, короче, охота так Новый год справить. Не знаю, получится, не получится. А, ну да. У нас еще же, да, у нас еще выходные, мы же не просто так, как бы, у нас вот. Если сало совпадет в выходной, например, да, и погода будет там, например, там 5-10 градусов, то заранее дом протопить 31-го там, 30-го, да, даже 30-го начать. 30-го протопить нормально, 31-го протопить. И не давать ему остыть, пускай он будет теплый. И все, и мы приезжаем, я думаю, вообще легко. Да, на первом этаже. Телек будет работать. Электричество у нас круглый год здесь. Все, только проблема с водой. В туалет поставим обогреватель. И у нас будет в доме воду тепло. Принести, воду с собой. Максимально на одноразовой посуде. Да, ведь? Максимально. Все, все одноразовое. Эти вилочки можно одноразовые, все одноразовые. Стаканчики, все одноразовое. Потом в пакет все собрал и все. Вот, и провести. Можно получится это, баню затопить. В Новый год. Здесь все расчистить, баньку затопить. Елочку нарядить с бани. Электричество там у нас, розетка. Переноску бросить. Ну, блин, мне кажется, так это как-то необычно, да, так справить. Классно. Вот посмотрим. Вот дачу взяли. На первый год, наверное, у меня такой мысли не было. А когда мы вот вошли во вкус с дачей, то сразу так захотелось вот Новый год справить здесь. Ну, пока это все мечты. Но я думаю, что это все-таки это все будет. В этом году, не в этом, но все-таки это будет. Мечты сбываются, конечно. Алла, он чистит кабачочек. Баклажанчик. Ой, кабачочек, баклажанчик. Уже нарезает его. Он такими кусочками. Вот. Руки-то какие грязные, ё-моё. Лишь бы нас накормить вкусненьким. Слушай, смотри, уже какая это. Можно грибы ставить. Такие хорошие угли. Что, ставить, да? Ну там огонек маленько горит, но ничего страшного, наверное. Видите, какая красота. Ага. Вот так. Ой, дым в глаза попал. Димка, ты любишь грибочки? Да. Где еще? Да. Ага. Так пахнет вкусно. А что так пахнет это? Чем пахнет так вкусно? Итальянские травы, наверное. Да, это они так пахнут? Да, там больше ничего такого нет. Итальянские травы, нифига. Так пахнет как бы это, я ну, люблю. Сильно. Прованские, итальянские.
Самая лучшая специя. А что, ничего, что вот так вот как бы горит? Ну что, гореть только. А это не картофель, это как там было? Это баклажан, Димка. Это баклажан. Блин, еще тут чище, похоже на ту секунду. Так, пускай пока так постоит. Прямо можно время засекать и через какое-то там время крутить. Они вон маленечко подержал, уже золотистые становятся. Почаще вертеть, да? Чтоб не пригорали. Они вообще, эти баклажаны-то сырыми вон можно кушать. Так что тут готовятся быстро. Ну-ка, не дергай, ты чё? Ой, Алла чистит баклажаны, я про баклажаны думаю. Грибы можно сырые. Да и баклажаны, наверное, тоже можно есть сырые. Пас. Лишь бы по арчику не пнуть, то арчик отлетит сразу. Опа! Все. Ну-ка, давай. Переворачиваем. Так, быстро готовятся вообще. Уже смотрите, какие румяненькие. Ой, тут даже вот здесь побольше огня, здесь даже подгорает. Чуть-чуть. Можно почаще вертеть. Димон, футболист. Давай, пасик. Ни хрена себе, так пазы не дают. Тихонечко, щечкой. Как значит щечкой? Вот значит вот так вот. Боком. Оп. Это значит щечка. А если прямо вот так мы называли пыром. Вот так. Значит, пыром. Это мы так это жопу пропинывали. Если ты проиграл, твоя команда, то всей команде это жопу пропинывали возле штанги. На воротах. Да. Встаешь к штанге. А, знаешь, как еще? Встаешь к штанге вот так вот. И прыгаешь, короче. Вот так. Да куда допрыгнул, с того места тебе пропинывают. Да, и бывает, так хорошо попадает. Потом помнишь, на всю жизнь и своим детям рассказываешь. Как это пыром значит? То есть, прилетало, короче, не раз в детстве, в юности. Не знаю, говорю, насчет кабачков, может. Вообще все это было зря. Че, думаешь, невкусно будет? Не, вообще не знаю, честно скажу. Первый раз напомню, да, что готовим кабачки вот таким вот образом. Готовили? А? Готовили? Когда? Ты помнишь, когда я их не дожарила, что-то там мы их есть не стали. А, ну тогда это получше пожарь. Не, я вообще кабачки люблю. Как бы. Надеюсь, слушай, уже это. Не горят ли у нас тут эти? Грибы. Грибы. Не, красивые. Ох, какие грибочки. Слушай, они поди готовы уже вообще. Так давай наберем сейчас. Димка. Включи, вода, наверное, открыта. Рукомойник надо набрать. Вон тем шлангом синим. Okay. Притащи его сюда. Давай, наберем. А то чуть руки заморало, бежу мыть. Ну. Да, оттуда притяни его просто и набери. Там кружка его надо, кружку убрать. Что-то не горят, ты потушила, что ли? Нет? Вообще ничего не тушила. А то эти головешки останутся, это они плохо. Шампиньоны закапали, наверное, их. А, плохо, блин. Надо, чтобы они горели. Я ничего не трогал вообще.
Я все-таки люблю, когда их соевым полить. Так, если у нас есть. Соевый. Есть, да? Настя, у нас есть соевый тут? Вроде был, если мы покупали. Я люблю, когда, ну, чтоб пачку, шампиньоны, да? Вот они когда уже готовы, да, они в майонезе у нас были, все, а сверху когда они... Можно или нет? Когда они готовы? Ты пока закрой, да, сходи, включи, а потом здесь открой, а то упадет шланг. Чтоб на готовую уже полить их соевым соусом. Их вообще можно полусырыми есть, а можно и сырыми. Ох, класс. У нас вот, заметьте, да, у нас, вот мы когда готовим, у нас овощи и мясо. Это прямо вот клево на столе. Не надо всяких там чего-то тяжелого, да, такого, ну как, не знаю, каких-то салатов там. Ну, в голову лезет сразу вот как салат оливье там, например, да, на праздник там на какой-то, да. А чисто вот овощи и вот видите, у нас грибы. У нас кабачки, у нас курица, все на огне готовим. То есть все печеное. Не вредно это все. Мясо с овощами. Мясо с овощами, наверное, по мне это самое клевое. Вот мясо, наверное, больше не с чем, да, вот. Только вот самое классное, вот мясо с овощами. Можно. Как с печеными овощами, которые мы готовим, можно так и вот с помидорами, например, с огурчиками, кстати, да, с свежими. Это вы делали? Ну, Настя утром делала. А, можно, в принципе, тоже, да, подрезать будет на стол. Да, пожалуйста, вон, пусть задача эта девушка. Помидоры с базиликом. Ну-ка, займитесь-ка вот этим вот, Димка. Настя гуляет с Арчиком, помидорами. Дима сейчас пусть зеленую помидору сорвет. Помидоры с базиликом. Ну-ка, сходи, возьми. Вот возьми ящик, сетку. Давай-ка сходим с тобой. Помидоры сорвем какие-нибудь. Сейчас. Только не рвите, там уже порезано, потому что. Ну, мы, ну, посмотрим по объему. Какие взять. И базилика тоже возьмем. Дождик начинается. О, дождик, ну. Ну, маленький такой, как бы. Маленький. Много не надо, говорит, надо еще базилика нарвать. Да так, наклоняйся. Головой не ударься тут. Давай помидоры посмотрим. Какие? Это тверденькая. Хотя, может быть, они, может, такие есть. Она, они уже. Они уже вроде. Вот это мягкая. Они уже вроде готовы. Там уже сколько-то есть. Сейчас мы еще порвем. Или эту сорвать, может быть. Там-то это, тут засолочные, вот такие бы сорвать. Мелкие? По идее. Давай тоже нарвать. А, ну вот это отпало. Давай. Кто-то ее уже ел, смотрите, помидору. Да, пусть он. Вот. Ну чё? Не знаю, или эти все-таки взять, да и все. Вот такие. Перебор! Так закрой! Они не знают как. Как не знают? Маленькую-то знают же, как закрывать. А, знают как. Сейчас, погоди. Посмотрю, много не будем брать. Ладно, давай уже тогда такие тоже возьмем. Которые как бы засолочные. Они зато целые. Вон кто-то ест, видит, какие дырки это. Это улитки, что ли, или кто ли там, я не знаю. А улитки что, помидоры где-то? Так, и надо еще, короче, нам базилик. Сейчас мы тоже листиков дернем маленько. Что ли, какие-то розовые? Ну, они более-менее. А, ну да. Ну, вот эти табащи вот такие мясные, да, нет, этот засолочный. Да, я понял. Я искал такие большие, но нет таких. Мы их все уже сорвали в прошлый раз, не успели покраснеть. Буш. Там же есть еще помидоры? Ну, порезанные уже. Да. Этого даже, мне кажется, много. Да хватит, нормально. Не съедим. Главное подольше пожарить кабачки, чтобы сырыми, да, не были. Они уже вон мягкие вообще вон. А то тогда я прямо грыз. Я вообще их не стал есть. Мы их не стали, один попробовал, и все. Если не получится,
на сковороде потом можно пережарить. Получится, стопудово, они вон уже снизу такие красивые. Ага, ну то подольше все равно подержать, чтобы были поджаристые. А в тот раз, наверное, без соуса еще были, да? Слушай, я не помню. Не помню. Может быть. Ну, ладно. Сейчас они еще и промаринованные. Короче, балуют нас всякими блюдами. Кабачки вот придумала. Ну что, свое вкусно, полезно, классно. Ну что, вот ты на грязный стол-то помидорки положил, сейчас есть будешь. Ребята, Дима, помидоры ходили, собирали. Дима себе в карман натырил уже помидор сразу. Они вот любят так просто погрызть. И Арчик тоже, да, любит. Арчик тоже облизывается, но ему нельзя. Он, наверное, чувствует, что пахнет там это, жарится. Скоро Арчи мясом будет пахнуть. Вот там вот слюни у тебя потекут. Вот они. Досочку помыл. Что, нормальные кабачки, да? Мягкие. Ну, выглядит неплохо. Куда уж их? А можно я один попробую? Попробуй. Ну, этот тонкий, вот потолще какой-нибудь. Вот такой. Попробуй. Мягко? Да. Ну, я бы сказал, не хрустит. Соли маловато. Ну, сейчас соевым соусом польем, да. Все, у нас на все один этот соевый соус. Да, нормально. Маленько края похрустывают. Ну так это же но... курочка, она должна похрустывать. Не-не-не, я не говорю, что это сыра, нет. Выпали. Из решетки выпали. Да она, видишь, какая. Ну ладно. Да, конечно, хватит у нас и огурцы, и как их эти... огурцы, блин. Грибы. У нас и грибы, и все. А огурцы-то что, огурцы-то еще растут? Ну, вроде что-то там висит. Так, и, кстати, бы тоже полностью закрыть. Сейчас закроем. Что, курицу начинаешь? Я просто пока разрезаю. А там что, все подряд? Или крылья? Крылья только. А, это крылья, да? Да. Курочка это у нас магазинская, в Пятерочке брали. Тоже, ну, наверное, по акции рублей, я не помню, 250 может. Пятерочки мы их брали? Вроде в Пятерочке. Мне кажется. Нет, не в Пятерочке? В Чижике. Может, ошибаюсь. В Чижике брали. А, да, нынче в Чижик заезжали. В Чижике брали. Нынче заезжали в Чижик еще. Пачка оставалась, я их схватила. Думаю, значит, разобрали, значит, вкусные. А, вот эта последняя пачка оставалась, скажи. Брали там мясо в Чижике, распробовали мясо соленое, такой кусок как бы. Ну, как сало, он как грудинка. Ну, прикольный, ну, что такое. Мы его съели уже. Здесь у нас, значит, еще мясо. О, мясо и курица. Мы, конечно, больше все предпочитаем мясо. Что, не переворачивай, да? Вылетят. Ну, как бы, ну нет, пока еще не горят. Арчи, хулиган, дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Ай, давай, давай, Ватя. Тебя побачка. Мячик. На, на, на. Ава уже его подготовила крылышки. Убираем последнее время с крылышек. Ну, как сказать, половинку вот эту, которую не едим, само крыло. Чтобы вот такие получались. Только мясо оставляем. Маленечко раздую. Может, еще и натянем на мясо. Ну, нет, так разведем, что у нас дрова есть. Уголь, который взяли, ну, на раз, да, в принципе. Ну, так оно и есть, где-то на раз и хватает. Ты там маленькие. Здесь, хотя, хорошие угли-то вот эти вот. Покупные-то, вон какие лежат. Эти куски, их надо вон в середину, чтобы он загорелся. Что, готово, поди? Ну, сюда, пухти тихонечко. О, не урони. Все, и курятину туда. Ну-ка, убери эту пока. О, а я на нее это. Да. Вот так вот. Пусть доходят тихонечко. У нас в этом году у Наськи день рождения. Ну, каждый год у нас бывает.
ну, в этом году особенный день рождения. Я вот так, да, поправлюсь. Настике в этом году исполняется 14 лет. И получает она у нас паспорт. Да? Представляете? Большая уже. Ответственная. Так что. Да, она за паспортом будет. Скоро. Еще фоткаться идти. Не заметишь, уже день рождения. Документы будут Смотри, какая красота. Обалденно, да? Воу, еще больше, еще лучше. Кайфец. Если на нас хватит, то... Может быть, не тянем даже? Не уверен. Ну вот этот покупной уголь, он так как бы долго, этот его хватает надолго. Он такой жар отдает долгий. Может быть, и натянем. Вот, начинаем уже одевать мясцо. Пахнет очень вкусно. Так он будет составлять. Угу. Че, сколько там шампуриков? Курица-то, наверное, быстро заготовится, да? Да, конечно, там что. Забыл сжечь коробки из-под пиццы. Потом на растопку пойдет. Надо будет еще баньку затопить как-то в этом году. И не раз, может быть. Я думал, вообще может завтра помыться. Попариться. Баньку затопить? Можно и затопить. Ну, я с радостью. По этим. Потому как настроение к вечеру будет. Но. Вот такие, вот такой у нас шашлычочек. Красивый. Кусочки такие. Большие, вкусные. Аппетитные. Большому куску рот радуется. Дедушка так и говорит. Не выпадет? Сейчас переверну, опять выпадет. А, вот сейчас может на пол. Нормально. Слушай, они такие, это, румяные, может, они готовы даже? Ну ладно. Подождем.